Итак, переходим к вязанию головы. Она у нас будет цельно вязаная, мордочка будет обозначаться светлым цветом, и потом переходите в коричневый, ну либо ваш, какой у вас цвет. Для этого нам нужно набрать 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Во вторую петлю от крючка начинаем вязание 5 столбиков без накида. 1, в следующую петлю, 2, 3, 4, 5. И в последнюю петельку нам нужно провязать 3 столбика без накида. Провязываем первый столбик, в эту же петельку провязываем второй столбик без накида и еще сюда же третий. Теперь дальше по цепочке в обратную сторону вяжем 4 столбика без накида. Начинаем вот сюда, 1, 2, 3, 4, и в последнюю петельку нам нужно сделать одну прибавку, 1, и сюда же второй столбик, 2. На этом у нас заканчивается второй ряд. Теперь вешаем в последнюю петельку маркер и на всякий случай сейчас еще пересчитаем количество петель, чтобы все было верно. Должно их быть 14. Так, все, у меня все совпадает, продолжаем дальше. В третьем ряду вяжем одну прибавку, получается 2 столбика без накида в одну петельку у нас. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Теперь нужно сделать 3 прибавки подряд. Получается, провязываем в одну петельку 2 столбика без накида. Теперь в следующую петельку снова прибавка. Это у нас будет вторая прибавка. Так, вторая. И еще одна. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, и у нас остается 2 прибавки. 1, и в последнюю петельку еще одна прибавка. Провязываем. Все, и вешаем маркер в последнюю петельку. В четвертом ряду провязываем 4 столбика без накида, прибавка, и так 4 раза по цепочке до конца ряда. В пятом ряду провязываем 3 столбика без накида, прибавка, и так получится по цепочке 6 повторений до конца ряда. В шестом ряду по цепочке вяжем 3 столбиков без накида без изменений. В седьмом ряду мы будем делать смену нити. Для этого берем второй моточек и следующим образом провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, прибавка. Так, и вторую вот прибавочку, когда мы делаем столбик, ее
провязываем вот этой нитью, как мы с вами делали в смене остальных деталей. И дальше вяжем 4 столбика без накида, прибавка, и так 2 раза. Раз, два, три, 4, прибавка, и еще раз. Раз, два, три, 4, прибавка. Далее провязываем 3 столбика без накида. Раз, два, три. И сейчас нам нужно будет провязать 8 прибавок из полустолбиков с накидом. Как это делается? Делаем накид, заводим крючок в петельку, поднимаем и сразу протягиваем ниточку за 3. И еще раз так. Раз и за 3. Это у нас будет одна прибавка из полустолбиков с накидом. Второй раз делаем то же самое. Теперь третий раз. Накид провязываем сразу. Еще один. Это у нас с вами будет уже 3 прибавки. Так, четвертый. Пятый. Так, шестая. Главное не пропустить тут петельки. Седьмая. Так, и восьмая. Теперь провязываем 3 столбика без накида. Раз, два, три. И в последнюю петельку мы делаем прибавку, обычную. Раз, и еще один столбик без накида сюда же. Вешаем маркер. Так, теперь можно обрезать белую ниточку и закрепить ее. Делаем узелочки, подтягиваем, смотрим там, чтобы было все ровненько. И будем переходить к вязанию 8 ряда. Там нам тоже нужно будет делать прибавки из полустолбиков с накидом. Так, провязываем 21 столбик без накида. Раз, два, три, 4, 5. Так, на этом моменте я немного ускорю видео. Провязываем самостоятельно 21 столбик без накида. Обратите на это внимание. У нас как раз это будет до наших прибавок из следующего ряда. Так, провязали 21 столбик без накида. Вот так у нас выглядит мордочка, это будет снизу переход. И теперь нам нужно делать комбинацию из одного полустолбика с накидом, прибавка из полустолбика с накидом. Накидываем нитку на крючок, провязываем полустолбик с накидом. Здесь немножко будет сложновато, потому что прям подряд плотно-плотно будут петельки. Провязываем. Теперь следующую петельку делаем прибавку из полустолбика с накидом. Так, и еще сюда же один полустолбик с накидом. И это у нас будет одно повторение. Таких нам нужно сделать будет еще 7. Так, полустолбик с накидом, прибавка из полустолбика с накидом. Так, это у нас будет второе повторение. Теперь вяжем третье. Так, и нужно провязать еще нам 5 таких повторений.
Тут я дальше тоже ускорю видео, иначе будет очень-очень долго, потому что здесь тяжеловато вязать, так как петельки идут прям плотно-плотно друг к другу. Но этот ряд будет крайний с полустолбиками с накидом. Дальше все будет гораздо у нас проще, пойдут уже убавки. Стараемся в этих двух рядах не спешить, потому что из-за полустолбиков с накидом у нас петли расположены друг к другу максимально близко и можно не заметить, пропустить, поэтому придется распускать. Нитка сильно будет облазить и будет некрасиво. Так, и в конце у нас с вами остается 5 столбиков без накида. Провязываем. 1. 2, 3, 4 и 5. На этом ряд закончился. Теперь с 9 по 12 ряд мы провязываем по кругу 50 столбиков без накида. Получается 4 ряда без изменений по кругу. 50 столбиков без накида провязываем самостоятельно. Так, я провязала 4 ряда. У нас уже что-то получается похожее на мордочку. Теперь с 13 ряда мы начинаем делать убавки. Для этого нужно провязать 23 столбика без накида убавка. И так 2 раза до конца ряда. Провязываем самостоятельно. Провязали. И на этом этапе мы будем уже вставлять глазки. Так, подтянем ниточку здесь, чтобы она у нас не выползла. И начнем примерять глазки. Так, размещать их будем после 7 ряда. Это получается в том ряду, где мы делали первые вот эти большие прибавки из полустолбиков с накидом. Нужно их сделать после 2 прибавки и в 6 прибавку, если у вас глазки будут размеры 12 миллиметров, как в мастер-классе написано. У меня вот они чуть побольше, я буду смотреть на глаз, как мне больше понравится, в какие петельки буду вставлять. Так, поставила цветные подложечки, такие миленькие, мне нравится, как они красиво переливаются. Так, отсчитываем на всякий случай, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, и вот сюда, вот в этот ряд вставляем. Так, вот как раз вот эти, видите, у нас тут прибавки по центру получаются. И если смотреть как там, нам нужно сделать вот сюда. Для меня это прям слишком по центру получится. Я немножко правее вставлю глазик, наверное. Так, сейчас посмотрим, как нам сделать лучше. Так, я думаю, что я просто сейчас намечу вот так прям глазками, куда я их буду вставлять, так будет проще. Думаю, вам тоже будет так проще сделать. Поставьте просто глазки на том расстоянии, на котором вам понравится. Учитывайте только то, что еще будет немножечко утяжка вниз. Так. Вставляем. Так, думаю, будет нормально. У меня как раз глазки получаются на уровне вот мордочки, где мы ввязали вот этот овал. Вот, я думаю, так будет нормально. Если я сделаю их ближе, то будет уже некрасиво. А вообще даже лучше еще на один столбик вот сюда передвинуть, наверное. Так, вот так. Да, вот, вот так оставляем. Мне вот так вот нравится. Сейчас покажу крючком, что я имела в виду. Видите, прям глазки получаются вот так по краям, четко в начале мордочки. Так, все, и теперь их закрепляем. У меня глазки на безопасном креплении. Защелкиваю их. Так, и второй глазик. Так, и эти глазки нужно подпалить и немножко придавить после этого, чтобы они наверняка не выскочили. У них очень маленькое вот здесь расстояние после прикрепления. Так, подпаливаем и вот так вот зажигалкой
придавливаем. Все, теперь она точно не вылетит. Так, и со вторым делаем то же самое. Подпаливаем сильнее прям ножку и придавливаем. Таким образом оно очень хорошо фиксируется. Это я, кстати, тоже посмотрела в каком-то видео, мне кажется, на YouTube, мастер-классе. Сама бы я не догадалась, наверное, так сделать. Все, готово. Глазки наши закреплены. Продолжаем вязание, и теперь у нас пойдут подряд одни убавки. 14 ряд у нас 6 столбиков без накида, убавка, и так 6 раз до конца ряда провязываем самостоятельно. В 15 ряду по той же схеме делаем только 5 столбиков без накида, убавка, и так 6 раз до конца ряда. В 16 ряду 4 столбика без накида, убавка, и так тоже 6 раз до конца ряда повторяем. В 17 ряду 3 столбика без накида, убавка, и так тоже вяжем по кругу. И у нас с вами остается всего лишь 3 ряда, и голова будет готова. В 18 ряду вяжем 2 столбика без накида, убавку, и так тоже 6 раз до конца ряда. Так, на этом этапе мы с вами будем набивать голову, вот немножко вытягиваем петельку и стараемся максимально плотно набить переднюю часть, чтобы у нас был плотный носик, потому что нам сверху на него потом нужно будет пришивать нашу пипочку носовую. Так, и вот таким образом набиваем прям практически до конца. Так, я набила голову, и нам нужно довязать оставшиеся 2 ряда с убавками. Так, 19 ряд провязываем 1 столбик без накида, убавка, и так тоже до конца ряда. Стараемся делать это аккуратненько, чтобы у нас не появилось расстояние между петельками. Теперь заполняем оставшиеся вот здесь вот выемки поплотнее, чтобы после утяжки у нас не образовалось там вот пустого места. Потом прям посильнее еще здесь набиваем, выравниваем заднюю часть. Так, и закрываем вязание, делаем подряд в этом ряду 6 убавок. Раз, два, три. Четыре, пять и шестая. Все, маркер убираем, он нам больше не нужен. Так, все, сделали 6 убавок, теперь будем утягивать. Отрезаем ниточку. Сантиметров 15, можно оставить 20, лучше потом обрезать, чем будет неудобно пришивать, и вставляем ее в иголочку. Так, вставляя иголку в последнюю петельку, аккуратненько вот так подтягиваем ее, и теперь через одну петлю вставляя иголку в переднюю полупетельку. Так, теперь в следующее, также за переднюю полупетельку. И у нас так получится 5 раз протянуть. Аккуратно, сначала ничего сильно не утягиваем, просто вот так вот делаем. А теперь вот так ставим пальчик и подтягиваем аккуратно.
чтобы у нас ничего не оборвалось. И будем прятать как можно аккуратнее эту ниточку между рядами. Так вот, вставляем. И вот сюда выводим. Подтягиваем. Так, вроде нормально. Так, и сейчас еще пару раз ее закрепим. Выводим. Так, сильно здесь не утягиваю, чтобы она вровень была с остальными петельками. И вот сюда вот просто вниз головы, так как мы ее будем пришивать, здесь можно спокойно все отрезать, ничего видно не будет. Так, ну, вроде все ровненько. Теперь отрезаем нитку. Чуть-чуть подтягиваем, отрезаем, убираем все лишнее. И вот такая голова у нас с вами получилась. Теперь будем делать утяжку, пришивать носик и оформлять. Переходим к утяжке. Для этого нам понадобится хлопковая нить. Я ее заправляю в иголку. Так, и буду делать в две ниточки, чтобы поплотнее была, не отрывалась она, когда буду делать утяжку. Так, я буду делать утяжку через низ. Вы можете делать через верх, если у вас глазки не цветные, вот такие, если нет подкладки. Потому что если я сделаю через верх, у меня получится, что нитка зайдет между подкладкой и самим глазиком, и все испортится. Так, я буду делать вот так, внизу вывожу. Вам нужно будет перекинуть нитку вот так за глаз и вывести снизу. А я просто вот так вот вставлю назад. Мне, кстати, в последнее время даже больше так нравится, она лучше утягивается. Вот, и вот здесь через низ буду тянуть, а у вас просто нитка пройдет за глазиком. И вот так еще снизу вставляю в другую петельку. Опять вывожу около второго глазика. Аккуратно подтягиваю. Так, захватила нижнюю нитку. Вот. Так, и вот тут вот снизу обратно вывожу вниз иголочку. Вот так. Так, и теперь потихоньку будем подтягивать ниточку, и глазки у нас будут опускаться. Самое сложное здесь будет это в одни руки завязать ниточку в узелок внизу. Так, обрезаю. И теперь постараюсь сделать утяжку как-то вот сейчас с помощью одной руки сделать узелок. Так, сложновато. Так, все, вот подхватила ниточку, держу пальчиками и аккуратно. Сильно не тяну, чтобы нить не порвалась. Поправляем глазки и подтягиваем внизу. Вот так. Глазки еще вот так опускаем, равняем. Так, и второй раз еще делаем узелок. Все, подтягиваем. Вот так вот у нас глазки опустились. Так, и теперь вставляю это в иголочку с ушком, который побольше, и прячу нитку уже в самой голове. Это просто так делаю, вставляю вот нитку вот так вот под низ и в любом месте выводим, чуть-чуть вот так подтягиваем ее, обрезаем, и она сама обратно прячется в голову. Все, ничего не видно. Так, вот так вот у нас утянулись глазки. Так, и теперь нам нужно еще будет сделать утяжку между глаз. Выводим вот так ниточку. Так, около второго глазика. Вниз. Аккуратно. И подтягиваем. Там сразу тоже автор делает утяжку носика отсюда же. Но я решила сделать отдельно это. Сначала сейчас утяну вот эту часть, чтобы образовался у нас такое расстояние между носом и глазками.
отрезаю ниточку, так, и снова затягиваем. Так, ниточку спрячем так же, как и в первый раз, когда делали. Просто вставим в иголочку и выведем в любом месте и обрежем. Так, утяжка мордочки. Я немножко пошла не по плану, потому что так, как там нарисовано, у меня не очень получалось. У меня ряды разъединялись. И я вставила ниточку вот так между глаз. Еще раз сюда опускаю и опять вывожу сверху. Я здесь на видео вот так вот голову часто вниз опускаю и даже не заметила этого, потому что мне было не очень видно на вытянутых руках. Так, все расправляем, вот так вот утягиваем. Получается, что мы второй раз вытащили. И теперь вот сверху вниз я от мордочки к серединке вставляю иголочку, вот так вот. И сейчас между собой я это подтяну. И у меня получается, что более-менее между глаз не становится никаких дырочек. И все ровненько. Так, всю ниточку вот здесь вот поправляю. Поправляю саму мордочку. И вот так подтягиваю и смотрю. Вроде более-менее. И вот здесь как-то аккуратненько получается. Сейчас мы еще сверху приложим носик, посмотрим, как это будет выглядеть. Так. Накладываем. Ну, в целом вот так вот нормально. Единственное, мне что не нравится при утяжке, вот мордочки вообще, там расстояние между носиком и мордочкой будет, придется подкладывать туда наполнитель. И нитку прячем, как все остальные разы. Нам с вами остается оформить вот носик, а потом вышить бровки и реснички. Носик вот так вот прикладываем к мордочке и будем фиксировать его булавками в трех местах, я думаю, сверху, снизу и сбоку. И потом вот так вот еще полосочку сделаем этой же ниточкой. Так, вставляем в иголочку. Я, наверное, возьму иголочку поменьше, потому что такая, как у меня вот синенькая, она будет толстовата. Поэтому я возьму такую маленькую тонкую иголочку и с помощью нее буду пришивать носик. Так, прикладываем носик и фиксируем. Так, вот снизу зафиксируем, чтобы он не съезжал, когда мы начнем пришивать, чтобы более-менее ровно было. Так. Так, вот еще сверху тоже вот так посередине. Так, все-таки оставила так две булавки снизу и сверху. И начинаем пришивать. Вставляем иголочку в петельку снизу вверх. А, что мне не нравится в этой нити? Она сейчас будет за собой вытаскивать волокна наполнителя. И это потом все придется убирать. Поэтому я ее вообще использую очень редко, когда оформляю игрушки. Я использую нитку мулине, но здесь она будет мелковата. Так, и теперь провязываем в петельку вот так вот изнутри на внешнюю сторону, иголочку вставляем и подтягиваем. И таким образом мы пришиваем носик к мордочке. Сразу скажу еще один момент. Я буду пришивать до нижней части и потом немножко положу в носик наполнителя, потому что мне не нравится, что он будет такой пустой, и дальше буду пришивать. Если вы не будете класть, то самостоятельно пришиваем носик до конца. Так, у меня осталось вот так вот не пришито вот такой маленький кусочек. Я сейчас положу туда совсем немножко наполнителя, чтобы носик был выпуклый, а в нем не было пустого пространства. Мне почему-то так не понравилось. Так, аккуратненько сейчас туда подсунем. Так, пальцем. Сейчас у меня другой крючок есть вот с резинкой. Им будет поудобнее. Все, вот так вот немножко там распределяем наполнитель и пришиваем носик до конца.
Так, все, я вставляю иголочку в крайнюю петельку и вывожу внизу носика. Вот здесь вот подтягиваем аккуратненько. Вот так. Так, и теперь я проложу вот в этой впадинке на мордочке. Вот смотрите, сколько наполнителей вылезло. Вот сюда. Закреплю это между петелькой. Сейчас только поменяю иголку, потому что это будет уже неудобно. Я возьму большую. Так. И сейчас вставлю вот тут снизу. Вот так вот. И опять выведу наверх сюда к носику. Сделаю в две полосочки, чтобы более выраженная была ямочка. Так, вот так вот вывожу, подтягиваем. И вот так еще раз вниз. И теперь нам нужно просто снизу будет закрепить ниточку. Ох уж эти волокна наполнителя, я прям не могу. Так. И вот здесь вот внизу аккуратно сейчас сначала за ниточку, первую, которую мы делали, вот так вот поддеваем. Вот. И теперь нам нужно будет спрятать ее. Вставляю просто в голову куда-нибудь в петельку, поближе. И вывожу вот в любом месте, подтягиваю, там она у меня закрепилась за прошлой ниточкой. Так, и еще я там обратно вставлю в эту петельку и вот сюда вот выведу, чтобы не видно было. Все, в наполнителе она закрепилась, отрезаем. Вот такая у нас получается мордочка. Конечно, я бы нашла другой вариант делать носик, потому что, ну, он даже вот не идеально у меня получается его пришивать. Так, приступим к оформлению ресничек той же нитью. Снизу вверх выводим иголочку между петелек. Вот так. Подтягиваем внизу, оставляем кончик, чтобы потом зафиксировать нить. И вот так вот прикладываем, смотрим, нравится нам или нет, как это будет выглядеть. Так вот, примерно. Так, определяем, где будем вставлять иголочку. Так, вот мне не понравилось, чуть-чуть подальше сделаем. Вот сюда. Так, прикладываю. Так, да, вот так вот мне больше нравится. Сейчас вставляем сюда иголочку. Так, реснички немножко длиннее выглядят. И выводим внизу примерно на таком же расстоянии, как в прошлый раз, от другого глазика. Подтягиваем аккуратненько. Так. И теперь нам нужно вывести вот сюда. Вот так. И отсюда я поведу иголку вниз, а не сразу на бровь, потому что иначе будет некрасиво смотреться, нитка там будет уходить не вниз глаза, а наверх. Поэтому давайте сделаем вот так, подтягиваем. Так, и вот видите, если бы я оставила там, она пошла бы вверх в столбик, а сейчас вот она опускается вниз столбика. Так, и выглядит одинаково. А теперь уже отсюда снизу вверх мы пойдем делать бровки. Так, а теперь снизу вверх мы с вами начинаем делать бровки. Выводим на том уровне над глазком, который нам нравится. И вот так прикладываем на то расстояние, которое нам тоже понравится. И вставляем, выводя иголочку с внешней стороны второго глазика. Вот я делаю примерно на таком же расстоянии,
Я сразу вам скажу, что здесь мне не понравилось, потому что брови получились разные. Я хочу вам показать, как это переделать. Если вдруг у вас получились неровные брови, это не страшно, не надо паниковать и расстраиваться. Я вот здесь вроде вымеряю все четко по линиям, как у нас идет вязание. Мы знаем, что оно немножко смещено, круги, но все равно. Так, смотрите, я даже здесь вот фиксирую назад, вывожу иголочку. Надеюсь, это будет полезно. Я не зря здесь видео это оставлю. Так, и смотрите, что в итоге получается. У меня одна бровь идет вот так снизу вверх, а вторая получается из-за подтяжки уходит уголок. Что я делаю? Теперь вытаскиваю из иголочки нитку. Обратно аккуратно это все подтягиваем. И вот с этой стороны, с нижнего уголка, мы вытягиваем. Так, назад. И теперь опять вставляем ниточку в иголочку. Аккуратненько. И заново будем сейчас намечать. Так, сейчас я отрежу. Так. Так, и теперь заново прикладываем. Хочу сделать, как вот вторая, кстати, бровь получилась немножко вниз по форме ресничек. Мне так почему-то больше понравилось. Так, и вот так вот прикладываем чуть длиннее и в уголок. Вот так. И вывожу со второй стороны иголочку, подтягиваю, все, вот она ушла вниз как надо. И вот сюда наверх над вторым глазиком равняем тоже полосочку. Так, и опускаем ее теперь вниз по нужному расстоянию. Так, вот так иголочку вниз. Все, вот так вот. И вот так, мне кажется, они выглядят более ровными и интересными. Все, снизу ниточку между собой скрепляем и прячем. Все, нам осталось пришить только ушки, и голова наша будет готова. Примерно вот так сейчас приложу, посмотрим, как это выглядит. Да, мне вот так нравится. И, кстати, не сильно уж и заметно, что одно ушко чуть-чуть поминиатюрнее. Так, отрезаю нитку покороче. Беру иголочку. Так, прикладываем ушко. И сейчас его с одной стороны зафиксируем, чтобы оно не меняло положение, и будем пришивать. Вставляем. Все. И теперь аккуратненько вставляем вот так вот между столбиков ниточку, подтягиваем. И так же, как и носик, вот отсюда с внутренней стороны на внешнюю вставляем в петельку иголочку. Так, подтягиваем аккуратненько. И теперь, где выводили, обратно туда вставляем ниточку и просовываем в следующую петельку. И таким образом пришиваем ушко до конца. У меня осталась последняя петелька, и я повторно вот отсюда же, где предыдущая была, вставляю ниточку, чтобы было более аккуратно. И еще раз в этом же месте ее продеваю и уже цепляю последнюю петельку. Вот так. Подтягиваю и обратно вот в эту петельку вывожу начало ушка. Так вот, подтягиваем. Вот, и у нас уголочек аккуратненько вот спрятался, и ничего не видно. Так. И вот здесь вот ушко в первую петельку я вот так вот вставляю аккуратно и вывожу вниз. Тоже, чтобы уголок туда спрятать, чтобы не было заметно, что у нас идет шов. Все, вот здесь аккуратные у нас уголки. Вот так. И здесь вот чуть-чуть зафиксируем. Тут у нас можно
делать не очень аккуратно, потому что голова будет прошиваться. Не переживайте, подтягивайте. Все. Давайте еще, наверное, один раз, чтобы уж наверняка, проденем и отрезаем. Так. Вот везде уже валяется пух. Так. Вот так вот у нас выглядит ушко. Все, и будем сейчас пришивать второе. Везде вот эти волокна. Так тоже намечаем. И фиксируем булавкой на таком же уровне, как первое ушко. Так, я даже, наверное, тут вот двумя сделаю, чтобы лучше держалось. Все, и пришиваем второе ухо. Вот такая милая мордочка у нас с вами получилась. Теперь нам остается только собрать все детали, сшить тело и пришить голову. Так что давайте продолжим. Выкладываем все наши детальки, чтобы уже видеть перед собой итог, понимать, что осталось совсем чуть-чуть. Берем пряжу основного цвета, которым будем вязать туловище, и начинаем. Первый ряд, как всегда, набираем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Во втором ряду делаем 6 прибавок по кругу. Это по 2 столбика без накида в каждую петельку. В третьем ряду снова делаем прибавки по кругу в каждую петельку. Так, четвертый ряд провязываем 3 столбика без накида, прибавка, и так 6 раз до конца ряда. У нас теперь все ряды будут похожи друг на друга, поэтому провязываем все самостоятельно. В пятом ряду провязываем 4 столбика без накида, прибавка, и так тоже 6 раз до конца ряда. В шестом ряду 5 столбиков без накида, прибавка, вяжем по кругу до конца ряда. Седьмой ряд, 6 столбиков без накида, прибавка, и так тоже 6 раз до конца ряда. И восьмой ряд провязываем 7 столбиков без накида, прибавка, и так 6 раз до конца ряда. И это у нас крайний ряд с такими прибавками. В девятом ряду мы сейчас будем ввязывать хвостик и ножки следующим образом. Провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь нам нужно провязать 6 столбиков без накида вместе с ножкой. Так, ножку нужно правильно развернуть. Маркер у нас это спинка. Поэтому начинаем со спины ножку вязать с задней части. Так, пересчитала петли, вставляю в крайнюю и провязываем вместе с ножкой 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Так, подтягиваем, провязываем. Теперь нам нужно провязать 24 столбика без накида. Этот момент я ускорю. Так, и пока у меня появилось пару секунд времени, хочу вам сказать, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылку я оставлю в описании. Там будем с вами вместе выбирать, какие мастер-классы снимать, делиться фотографиями игрушек, просто болтать, знакомиться. Мне было бы это очень интересно. И спасибо вам заранее за просмотр. Так, и теперь ввязываем вторую ножку вместе. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, вместе с ножкой 2, 3, 4,
5. Так, у меня вот здесь вот шестая петелька. 6. Вроде все ровненько получается. Так, и теперь нам с вами нужно будет провязать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь оставшиеся 3 петельки мы провязываем вместе с хвостиком. Всего у нас их в хвостике 5. Но вот так вот будет начинаться следующий ряд вместе с вязанием хвостика. Так, берем петелечку крайнюю и провязываем вместе с туловищем. 1, 2. Так, снимаем маркер. Провязываем третью петельку. Так, и теперь маркер снова вешаем вот сюда. На этом у нас завершен 9-й ряд. 10-й ряд продолжаем вместе с вязанием хвостика. 1, 2. Получается 2 столбика без накида вместе с хвостиком. Так вот это выглядит. Далее провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И теперь нам нужно сделать убавки. Провязываем 2 столбика без накида, убавка, и так 6 раз. 1, 2, убавка. Второй раз. 1, 2, убавка. Третий раз. 1, 2, убавка. Так, и еще 3 раза. Так, 4-й. И 6-й. 1, 2, убавка. И у нас остается до конца ряда с вами 15 столбиков без накида. Их провяжите самостоятельно. В 11-м ряду просто вяжем по кругу 48 столбиков без накида. В 12-м ряду тоже будем делать убавки. Для этого провязываем 15 столбиков без накида. Здесь тоже ускорим этот момент. И дальше нам нужно с вами будет опять делать повторение из 1 столбика без накида убавка. И так мы с вами будем делать тоже 6 раз. Так, провязала 15 столбиков без накида. Начинаем делать убавки. 1 столбик без накида, убавка. Это у нас одно повторение. 2-й раз столбик без накида, убавка. 3-й раз. Четвертый, убавка, 5-й,
Так, и шестой столбик без накида, убавка. И дальше до конца ряда провязываем 15 столбиков без накида самостоятельно. Таким образом у нас формируется вот такой вот выпуклый животик. И дальше 13 и 14 ряд по кругу вяжем 42 столбика без накида. Получается 2 ряда по кругу без изменений. Провязали с вами 2 ряда. Теперь мы будем делать снова убавки. Следующим образом. Вяжем 3 столбика без накида, убавка, и всего нам нужно будет сделать так 3 раза. Второй раз вяжем 3 столбика без накида, снова убавка. И еще раз. Раз, два, три, убавка. Далее вяжем 12 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и 12. И снова такие же комбинации повторяем. 3 столбика без накида, убавка. И так до конца ряда. Я думаю, здесь провяжете самостоятельно все то же самое, как делали в начале. Так, и мне нужно поменять ниточку, потому что у меня закончилось из-за того, что я вязала ручку таким же цветом. А так, думаю, одного моточка основного цвета хватит для вязания этой игрушки. И я это буду делать так же, как мы делали смену нити, потому что у меня цвет одинаковый абсолютно. Ничего не будет заметно. Вот так поменяла, подтянула и дальше. 16 ряд. Снова будем делать с вами убавки. Провязываем 12 столбиков без накида. Раз. Так, подтяну сейчас тут ниточку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И теперь делаем 6 убавок подряд. Раз, два, три, четыре, пять и шестая. И до конца ряда у нас остается тоже 12 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно. 17 ряд. Вяжем по кругу 30 столбиков без накида, без изменений. В 18 ряду снова делаем убавку. Провязываем 3 столбика без накида, убавка. И так 6 раз до конца ряда.
В 19 ряду вяжем 24 столбика без накида по кругу. Думаю, на этом этапе уже можно наполнять тело, потому что следующий ряд у нас ввязываются ручки, будет уже не совсем удобно, поэтому основную часть мы набиваем сейчас. Так, и в 20 ряду сейчас с вами будем ввязывать ручки. Там вообще указано, что нужно ручки вязать так, чтобы они были ровно по центру. Если будет некрасиво либо смещено, нужно самим это подкорректировать в зависимости от вашей плотности вязания. Так, я думаю, нужно здесь будет сделать смещение петелек. Сделаю вот так вот на 2 до середины. Так, и теперь начну вязать 20 ряд. Так, по схеме у нас с вами получается, нужно провязать 5 столбиков без накида. Конечно, не забываем маркер повесить. Так. Начинаем. 5 столбиков без накида. Раз. 2, 3, 4, 5. Теперь прикладываем ручку и провязываем вместе с ручкой. Тоже 5 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре и пятое. Так, главное не пропустить петлю. Так, эта ручка вроде находится как ровно над ножками и выглядит достаточно нормально. Теперь нам нужно провязать 8 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Так, считаем, сколько у нас 6 будет вот сюда. Так, посмотрим, ровно ли у нас получится. Так, прикладываем вторую ручку. И вместе с ручкой провязываем еще 5 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, так, и пятый у меня вот здесь вот получается всегда. Так, и пятое. И у нас остается в конце один столбик без накида. Провязываем. Так, сейчас посмотрим. Так, вроде ровненько, и сейчас мы еще потом сделаем с вами убавку, и я думаю, ручки выровнятся. В целом нормально еще поднабьется. Так что переходим к следующему ряду. Так, переходим к вязанию 21 ряда. Так, не забываем вешать маркер. У нас будут здесь убавки следующим образом. Провязываем 2 столбика без накида, убавка, и так по кругу 6 раз. Итак, у нас крайний 22 ряд. Провязываем по кругу 18 столбиков без накида. Так, и теперь нам остается донабить наше тело и просто пришить голову. На этом наше вязание закончилось. Осталось только собрать до конца. Так, плотненько прям набиваем до края.
Так, все, отрезаем ниточку подлиннее и будем пришивать с вами голову. Так, сначала нужно ее зафиксировать здесь. Я это буду делать с помощью соединительного столбика в соседнюю петельку. Вот так вот вытягиваем. Так, никак у меня не получается. Сейчас вот так. Все, и только аккуратно тянем, чтобы у нас нитка не пушилась, иначе если появятся на ней пробелы, потом невозможно будет ей пришить голову, она будет застревать. Что же мне все из рук падает? Так, все, прикладываем сейчас голову, примерно как она должна быть. Вот так можно зафиксировать ее длинной иголкой, чтобы она держалась, но я пришиваю так, мне так удобнее. Вот так переворачиваю. Самое главное, вот зацепить сейчас будет вот, вот так вот первую петельку. Еще раз проверим. Так, все вроде ровно. И, кстати, я заметила, если пришивать голову к игрушке вот таким способом, как сейчас я покажу, вставляя иголку, как мы все с вами детали пришивали, носик, ушки, изнутри вот так вот на внешнюю сторону, то всегда получается ровно. Если пришивать наоборот, вот с внешней стороны внутрь иголку потом вдевать, то у меня всегда она получается со сдвигом вправо. Вот так вот опять вставляем. И изнутри наружу пришиваем. Техника такая же, как мы делали с вами ушко. И таким образом самостоятельно делаем до конца. Так, и последнюю петелечку мы, когда уже привязали, вот так вот вставляем иголочку в нее и выводим вот так где-нибудь под ручкой и еще пару раз вот так вот и обрезаем нить. Так, осталось нам украсить только его бантиком. Я все-таки решила выбрать белый цвет, потому что у меня ручки и тело в одном цвете. Чтобы как-то разбавить, возьмем такой. И я вообще думаю потом связать штанишки, скорее всего, тоже какие-нибудь, может быть, беленькие, потому что мне не очень нравится животик, так как я вязала на вытянутых руках, и натяжение нити было в каких-то местах разное. У меня некоторые петельки, если присмотреться, они немножко как какие-то подтянуты, какие-то немножко, наоборот, посвободнее. Я хочу это перекрыть штанишками. Так будет гораздо аккуратнее. Может быть, потом в Reels запишу, как это будет выглядеть. Потому что эту собачку у меня уже хотят забрать, подарить. Так что надо ее доработать будет немножко. Так, все, повязала бантик. Сейчас подрежем кончики, опалим их. И наш дружочек готов. Ну какая же милая собачка у нас с вами в итоге получилась, я ее просто обожаю. Когда вязала первый раз, была в восторге, и сейчас, хоть она уже получилась совсем другой, я обожаю ее. Это потрясающий мастер-класс. Еще раз спасибо вам всем за просмотр, подписывайтесь на мой канал, постараюсь вас почаще радовать новыми видео. Попробую это как-то ускорить, чтобы это не занимало так много времени на монтаж и на вязание. И пишите ВКонтакте свои странички, скидывайте ссылки, с удовольствием тоже на вас подпишусь. Ссылку на пост оставлю в комментариях. Всех целую, обнимаю, пока!